Поль Саботье родился в 1854 году. В Тулузском лицее у 14-летнего юноши впервые пробудился интерес к исследованиям в области физики и химии. В Парижской политехнической школе он был лучшим студентом. Окончив ее за 3 года, в 26 Поль защитил докторскую диссертацию, а в 30 лет он зав. Кафедры химии в Тулузском университете. Все научные достижения профессора Саботье будут связаны именно с этим университетом. В 1912 году ученый получает Нобелевскую премию за предложенный им метод гидрогенизации органических соединений в присутствии мелкодисперсных металлов, который резко стимулировал развитие органической химии. Командор Ордена Почетного Легиона, член множества европейских академий, Поль Саботье говорил: «Естественные науки и религию противопоставляют друг другу лишь люди, плохо образованные как в том, так и в другом». Поль Саботье.